он может, блядь. Че, переключился, что ли? Да попробовать. Ну, у меня мастерства чуть-чуть не хватает, хосты мало, я думаю, много не даст. Я не мог вообще. Хотя хуй знает, мне кажется, может быть, у тебя и получится что-нибудь. И то может быть. Да. Сейчас у мутика говорю, может что-то получиться, если у меня будет 500 хосты. Так, а ну, дорога тут, нет? Как ее там зовут? Даша, по-моему. Ну, Даша, нету. Настя ее зовут вроде. Да, Настя ее зовут. Ебан. Даша это прист. А, Даша это прист. Сейчас у меня роутер грузится. У меня свет отужили временно. Так а что мы объем же? Че, большого объем? Давай я этот без нее убью миника, господи, какие проблемы. Простит она нам 30 ОД, блядь. Да, пофиг. Стал, отходи. Оранжу, смотри, когда он, этот кулак у него будет каменный, блядь, тогда... Он сбивается, каждый кулака, если что. Сбивает? Да. Это вообще где? Стоп-каст. Ну скажите, чё, когда бьете, чтоб я вошел. Да тебя резну. У меня труп. Угу. Ты уже встал, в смысле, да? Все, давай. Ну типа 6600, ну надо к кнопкам привыкнуть, блядь. Я-то понимаю, что я тут не дохуя, блядь, но она не проебывает нихуя. А в этом сколько давал? Дальше, вы их так полгода будете заливать, их надо дальше отвезти, баф 30 метров. Отводи, Димас. Ты же видишь, Максимилиан его забанил, все, работает. Ну и чё с большим? Разбанился, блядь. Я не понимаю, почему не разбанивать, типа, очень хуй знает. Надо стоять. Типа, да, стоит, чик резко сам, ну, снял. Типа, там по себе просто хуяк. Угу. Тоже замечал. Чисто триньку прожал, погнал. Оленю косты чекаем. Thank you.
точнее этому боссу, мини-боссу, похуй вообще. Столовка перед ним войд, он так же ебашит всегда. А там стан никогда не уклоняешься, ничего. Стан просто. Ему похуй просто. Сокруг кто-нибудь киньте на войду. Ты у меня убьешь. Ну я не думаю, что мои, блядь, там 200 ДПС, если я что-то и приобрел, это лучше, чем все остальные потеряли 4%, блядь. Ну, в принципе, он я, блядь, 2 секунды поклацал, блядь, вроде так вспомнил, что нажимать нахуй. Ну, 7200, но я комбо там дам нахуй не меньше. Шмота дохуя надо менять на мутика, блядь. Че, цветы идут, че шо? Ну, ловить. Войд, забирай я большого. Большого продиспел ебал, он сейчас мои ебало разрывает. Да есть акулы, блядь. Диспель, диспель. В бане ничего не работает. Вообще какой диспел. Я его продиспелил. В бане. Он не должен диспелить его в бане. Я диспелил. С него слетали. Серьезно? Да. Там просто да, время кончилось. Это баг репорт на форум. Там время кончалось просто. Типа бан это как бабл, типа. Да не, ничего не диспелилось, я ну на конце. В бане был. Ну просто сами заканчивались, да. Ну. Ой, блядь, ебан. О, стоп, порисните Дашу и Сашу. С козла поврежденка возьми. Я что-то не вижу. А, вижу. Угу. То же самое. Войд, дергай здорового, отставил всех остальных. Ой, хорошо, блядь. Вкусно, да? Вкусно, блядь, нахуй. Вкусно. Я понял, без триксов заезжать нельзя. Все, здорово, играем. Вадя, можно мне тоже такой бабчик, который урон там на 100% или лишь на 200? На все байбу. Вон, смотри на Вайда, нахуй. Угу. Хрусь, нахуй, минус хребет, блядь. Еще ожерелька, где, блядь? Иду. Блядь, тут столько дерьма, нахуй. Есть, нашел, спасибо. Искрящийся морозный гриб. Так, а ну давайте еще раз. Кого завтра не будет? Надо проносу льды. Войда не будет. Завтра или послезавтра? Завтра. Может быть, ну, меня, кстати, не будет. Ну, кого не будет, просто нет, нажимайте и все. Кого не будет завтра?
Я хуй его знает, вот, ну, реально. Воид, Саня. Это кто, Грудя, может быть? Да, видишь, вы, во сколько я закончу завтра работу? Завтра, блядь, просто такой ладно, день. Давайте тогда не будем придумывать велосипед. На субботу ставим, нахуй, льду до пронос, поставим ее пораньше, так как это выходной день. Поставим на 12 и закроем все. Попробуем так, и погоди, Торя. Погоди, сейчас... так они смогут в субботу, вот Тёма, Саня? Давайте смогут. В субботу. Ну... Все, кто может в субботу, нажмите «да». Ну, в субботу могут почти все. Ну, все, точнее, не почти все. Вопрос в том, что, смотрите, соберем сильный состав и попробуем Торима тоже, блядь, побить в хэме. Понятно, что Мимирон это бесполезно, нахуй его там сейчас пробовать. Ходера мы в любом случае заберем, попробуем Торима. Там хотя бы, блядь, я не знаю, ну, попытаемся, блядь. Собрание сделаем... Торима. Да, собрание Торима, потому что, блядь, что с тех, что, ну, с этих боссов, блядь, уже, ну, супер лут, скажем так, падает. Кстати, ладно, и утюга надо, блядь, нахуй пытаться. Ладно, пацаны, окей. Можно, ну, внесу небольшое это? Mm. Блядь, пацаны, хочу в ДЦ поиграть. Ну, прям играть в ДЦ не хочу шипешником. Просто вот не хочу, блядь. Да, шутись. Ну, если вот по хорошим делам, если... Ну, как бы, Марлу, блядь, ну, Марлу, прям... если б не было, ну, я тебе говорю так, мы бы Дашу спикнули в холле приюста, ты был бы ДЦшником, и все. Я максимально, как бы, Кирюк, там, в статике буду... Ну, сделаем что-то, не проблема. Выходите из лучей, не спите. Я что-то запиздился, кнопки не нажимаю. А по мне, Фрея намного легче в хэме, чем Тори. Потому что все гильдии убили ее в первый же день, пока сделали, а Тори мы сколько дрочили, ебать. Не 6, но. Торим сложный очень, хм. Фрея намного легче. Ну я же починил. Так, а чем он сложнее? Ну там чуть больше урона и все, чем он сложнее. Ну, у него хп больше, понял. Там морозит, и там эти ебаные эти. Ну и шо, что морозит, блядь. Это раз. А во-вторых, ты кому-то пройдешь, нахуй? Сколько мы прочим? Да. Пройдем, а че нет? Закинь туда 12 человек, нахуй, все. Блять, ну значит, вы ну, не в 7 там... человек, а в 12, нахуй. Там проблема будет не в этой комнате, а в арене ебаная. В этом проблема будет. Ну, комната, если у нас будет хуйня. На арене там два ретрика, Фурик, Анхолик, Фрост, Рога, блять, которые кливают нормально. Элем. Блять, как эта хуйня меня бесит, это отмену клацать, это пизда. А, у меня, кстати, на мышке есть двойной клик, удобно, блять. Там просто не чуть-чуть больше урона будет, а намного больше. Там будет Blizzard, вот как на Сапфироник оставаться по КД. И будет морозить. И ставьте метки. Это, а считай... как метку эту поставить, блядь? У меня что-то эта хуйня то работает, то нет, блядь. Ну, если не работает, релог, ну все. Чё, не обязательно эти метки? Чтоб люди понимали, где стоят, где милики, где... На самом деле, да? Наверное, знаете, как лучше сделать? Потратить собрание, убить и пойти генерала, потому что с генерала лут жирнее падает, чем для... После генерала? Классно, только мы пока не убьем хранителя, мы к нему не зайдем. Ну, мы в обычке просто убьем Торима, и все. Да, мне кажется, лучше генерал потратить. Давай Торима нормально еще в обычках побьем, чтобы что люди освоили. Вот такого убили, вот, типа, ну, вот вчера, да, его первый раз, типа. И убили, да, что это жило. Я так считаю, лучше собрание есть, попробовать. Ну, хорошо. Ладно, давайте. Войд на боссе, артстайл на трэше. Все на пулы в артстайла. Тимон, ты же там в курсе, да, что делать? Уже ж убивали, блядь, и в обычке, и в гире, блядь. Чек даю, РДДшники, приоритет куст. Если рядом с миликами, то же самое, куста убиваем. Вой, держи бабу вот эту ебаную, вот тут где-то, чтобы, блядь, дерево вокруг нее резалось. Угу. Потому что у нас было такое, столовка держит ее тут, она нахуй там в речке выросла, блядь, ебать. Я ж без костюма. Магимка. ФМ. Все, все готовы? Чекаю еще раз. Максим, Грудя. Все были готовы, воет, пуляй. Блять, мы на циркуле так Геру дали, развалили нахуй под стаками, блять, нормально было. О-о-о, класс, нахуй, кливаем трэш. Забыли, сука. А да сейву сдавай. Козлу, не забудьте касты сбить. Сдавай. Кто-нибудь первый? Я каст собью, собака. Сакру, да, Егор?
моста. Ёлка далеко. На бабучке тут урона их не мало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это трэш этот блядский надо забить, это, блядь, вайп. Какого хуя он сажился, блядь? А хуй он всегда, блядь, что-то пропустили. Там дракон ебаный, сука. Он дебаф нас, блядь. Забейте трэш, блядь, похуй на босса. Сука, зато трэш убили, блядь. Марлу, БР нечаянно, нечаянно да БР. Да тут все сдохли, упал. Какие БР? Да какие нахуй БР, блядь, 20 человек, нет, не прикалывайся. Стопни тихил, блядь. Кинь нахуй БР, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 человек нету, БР, давайте, пацаны. Всегда на будущее, там вот в этой пачке есть дракон. Это рашня ебаная, нахуй, блядь, где трэш, блядь. Да просто всех еще кучу в одну забегите. Зайди с этим дебафом сюда, на развали рейд нахуй. Я вам пизда, я вообще все положу, блядь. Сам сдох. Не успел, блядь. Вот, сейчас это покажет Рога, как надо давать, блядь, пизды всем. Сука, ебаный трэш, нахуй, блядь. Ну фича вот эта на Везоксе крутая для ХМа. Ну сделаем, все нормально, у нас паладинов хватает. Я тебе рассказал, Саня, прикол, как сделал? Нет, я не знаю. Короче, на всех паладинов кидаем СС, понял? Паладин хуярит, например, диван, ну, грубо говоря, там, в суфат. Он стоит в диване, в него заливается иннер, блядь, у него мана регенится, понял? Паладин, соответственно, после дивана ССом встает и все. А-а-а. Нихуя себе пишет. Сильно, сильно. Как на офи, ебать. Блин, это если троим так сделать, хила ману, блядь, залить на фул, когда у них пиздец. То есть получается, блядь, иннер, блядь, и он в этот момент, ну, у него мана почти фул. Надо только, чтобы было 3 друида, к примеру. Или, например, в этот момент скидывается тотем, или там гимна ману дается, иннер веет, блядь, все будет охуенно. Кассин на иннер не поможет, потому что, блядь, она не регается, пока ты не в диване. Он в диване, блядь, иннер не даст. Рыба стоит, кушаем, ребафаемся быстренько. Давайте этого лоха растрепаем, точнее лошицу, блядь, и пойдем убьем Мимирона и пойдем отдыхать. Время еще у нас нормально. О, тебе шо, какие куски нужны? Штаны у тебя есть? Это как у тебя батя звали, это реселлер мой, блядь. У тебя, ну, пушка... Ну, с Мимирона перчатка, она у тебя тоже есть, да? Ну, тогда этот... грудак, либо башка. Ну, ладно, это в субботу сделаем. Если выпадет, тебе 4 куска. Чтоб у нас уже хотя бы Пувара и у... Арчи было 4 куска. Мне это нравится, Арчи, блядь. Собрали пацану 4 куска, пацан ушел. Кулак пороги дай, пожалуйста. Угу. Проверяйте баф, если кому-то что-то не хватает, говорите, пишите. Инту бахните. Да похуй, мы же не будем бить сначала. Гнали уже. Давай, поехали. Мы ж не бьем, сейчас выйдет, блядь, трэш, только потом, блядь. 20-30 секунд дрочим. Из козлов больше никаких не будет. Напуливаем на артстайла все, артстайл собираем. Егор, сокру, Лёша, гимна хп. Стопни, стопните АУЕ. Стопните АУЕ, вообще не бейте. Дайте, да ебать, прохилить. Ну вы шо, глухие, блядь, или шо? Дайте прохилить. Я все отдал, Кирюх, все отдал. Ну рисай тихо, шо, блядь. Суф рогу, марлу, сметанку. Ну, радиус, кстати, взрыва метров 20, по-моему, или 15. То есть, если отбежать далеко, то урон вы не получите. Ну я не знаю, я этот ложный нажал, блядь, выжил нахуй. Я не знаю, что там у Роги не получается. Нажать тяжело ложный выпад.
Дерево не забываем играть. Сейчас вот было дерево, засыграли, все нормально. Дерево выросло. РДД, работаем по дереву. Напуливаем. Я водяному косты сбиваю. Кто-нибудь, блядь, в этому. Грозовому. Так, сейчас где-то будет дерево, смотрите внимательно. Хуя себе въебал десятку, нахуй. Дайте кулак, пожалуйста, хант. Забафайте ханта и забафайте руху тех, кто умирали. Дерево далеко. Арт, веди, веди, веди его. Следите за дебафом внимательно. На ком дебаф, сразу с рейда, нахуй. Дерево. Ёлка. Дерево, быстро, быстро, быстро. Все, сметанка вышел, залили дерево, нахуй, стоим дрочим дальше. Сейчас рандомно кто-то будет, это уже третья была волна. Либо трое, либо пачка, либо один здоровый. Бурсты, в принципе, откатились, если что, сейчас троих запиздим. Этот отставил, не жалей, здесь там полтинник или что-нибудь, потому что эти трое пиздуют крепко, блядь, что ты не отъехал. Крик на ХП обнови. Тох, кричи на ХП. Дерево. Залили дерево быстро сзади. Стопнули по трэшу, дерево быстро. Все, так же играем вровень, блядь. Блядь. Ничего страшного, прохильте. По водяному больше дайте там, пока закройте мне лишнее. Да после дерева, блять, нахуй. Не успел мука сбить. Дерево. Сразу дерево залили. РДД в дерево свишнитесь. Дерево, дерево, алё. Блять, ну что там? Ладно. Давайте, наверное, Геру. Надо убить быстро этого опекуна. С Герой погорячился, походу. Нормально. А, ну, там не дерево, сильно. Дерево. Не сильно его отхилил. На флоу был, типа. Ну, у него там, да, процентов 10 ему захилило, похуй. Ладно, смотрите внимательно. На пулы, да. Артстайл, прожмись. Сокру. Гимны на ХП, агонисты. Оба, два гимна на ХП, дали быстро. Вышли оттуда милики нахуй. Короче, на макс рейнже стою, 0 урона. 0. Все. Да. Ну так я же и говорил так об этом. Есть. 0 урона. 0. Все, ебаша мое, ханты, не проебай. Веди на череп. По меткам, РДД. Веди на череп быстрей. Ханты, не проебуйте с нее этот урез хила. Дерево. Дерево на том берегу, быстро залили. Все, красиво, РДД молодцы.
Вообще десятки, если типа это работает, то что на максимум же отходишь 0 урона, ты изи. Так, а так и должно быть, в смысле, ну так и работало. Это значит мы еблан. По-моему, милликами выбежали просто и все. Я же рассказывал, что можно отбегать. Я так и делал все время. Что по одному надо бить. Да, это я помню, бля. Не, это я тоже рассказывал. Недели три назад, наверное. Перешли. Перебежали. Давай, Слава, этот, вводи, не тормози. Да она пока пойдет, бля, я 10 метров пробегаю. Ничего страшного, она что ты там ой, стоял? Ой, ебать, а чё оно так нахуй? Сука, я чуть не ослеп от этой зеленки. Дерево. Дерево РДД залили быстро. Милики, перебегите. Не надо там стоять, нахуй, ёбаный рот, бля. Что это за Армагеддон, блять, нахуй? Перебежали. Веди, блядь. Ты видел, как оно ебашит, нахуй? Да, сука. Вообще пизда. Не было, да, такого зеленого? Не было, блядь. Прикольно в натуре. Переводи. Даже только сейчас видел. Апдейтик, нахуй, пацаны, блядь. Ебашит, нахуй. Ну, прикольно, кстати, выглядит. Реально прикольно. О, блядь, пачь, нахуй, на 200 метров, блядь. Ой, охотник, шаман, понял, нахуй, блядь. Так, ладно, штаны, блядь. А, лут не на мне, блядь, Саня, на тебе? Ладно, да, я забрал. Разбирайся сам. Штаны, кстати, нихуёвые, блядь. А, у меня такие на хила есть, да? Паладин, жрец, чернокнижник. Егор, а у тебя есть, да, штаны? Так, ну у меня на хила такие есть. А у тебя артстайл на кого? Какой кусок не хватает? У тебя тоже штаны есть, да? Блять. Либо перчатки, либо голову, блять, там похуй. Егору и Арцайлу нужны четвертые куски. Владимир, у тебя что по кускам? Асмодей, у тебя что по кускам? Ноль. Ну, давайте Асмодей. А нахуй, там же есть у кого-то кусок, не знаю, давайте. Пускай будет два у кого-то. Владимир, не вижу, чё? Ну, там, у... мы смотрели на Владимира, ну, как бы, сет паладиновский, он на самом деле хуйню дает. Угу. Поэтому, ну, давай лучше мы, наверное, будем этого, Асмодея заряжать. Да, артстайл, ты сейчас в ДД. Да, я это заберу. А что, у груди есть ноги? У меня все есть уже. У меня заебись, она одета уже, нахуй. Кто у нас? Свечно, правда, твой находим шаман. Ебать, рестарт 25 минут. Хлопчики, подтягивайтесь быстрее сюда. Не охраняйте там Сашу с сундуком, он справится. Так если мы убьем, не откатит нас? Тох, а ты себе на успех взял кусок или что? Или просто поменять? Да, да. Это запланированный ребят. Нет, говорит, зафу. Не, а че груди не отдали? Не ролил. Охуеть. Ты сожрался, что-то? Ну пусть, если надо, отдаст. У него типа 19-й кусок, а мы не критично, 26-й, блядь. Грудя, тебе надо? Нет, раздуплись. Я же говорю, у меня есть. Мне нахуй эти ноги не нужны. Есть штаны? Конечно. Все, блядь. Вопрос снят. Я ну, там уже панику поднял, чё? Так а чё ты долго тогда въебал нахуй 199, если ему на успех? Это токен ебаный уже можно продавать нахуй, мне кажется, в ОХГ. Вы находите шаман, который... Чё, ну он себе на мейн возьмёт вместо 19-го. Всё, понял, хорошо, вопросов нет. Так, проверяйте, блядь, там бафчики. Сапротик я, наверное, съем. Буду сапёрить, нахуй, блядь, мины вам. Дайте стрим. Кош. Что? Стрим, пожалуйста, можете? Стрим! Включите стрим, включите стрим! А, стрим у нас есть, анимешник, подрубай, нахуй, алё.
Чавру. Да. Ты только должна сказать, лунная призма, дай мне силы. Надя, врубай ты стрим. Эй, это вообще жесть прям. Давай, как это, блядь, завтра буду стримить, блядь. Что ты говоришь? Врубай лол, Надя. Что ты говоришь? Вася, у тебя есть расписание стримов? Надя. Что такое? Врубай стрим ты. Я не понял ничего. Кто там сказал, что, блядь, что у меня там получается? Вася, что за игруха там? В смысле, блядь, Гавайи вообще не канает нихуя говорить, он за любую хуйню цепляет. Просто типов. Типов чисто задрочить. Гавайи просто 2D не это, не шарит. Вася, не знаю, у тебя сейчас расписание стримов еще появится, я тебе отвечаю. За 2D не шарит. Так все, Харе, пиздеть, давайте, блядь, проверяем бафы, надо его ебануть, нахуй, время, потому что рестарт скоро, нахуй. Распетляем этого пидрылу, блядь, и расходимся. Давай. Если есть там желающие, мы потом пойдем, скорее всего, твинками в Накс десяточку. Да, не, пойдем. Это, на стрим это. А, там будет, блядь, Сейлор Мунчик стримить, блядь. Конечно. Кого, подожди? Кого? Я тоже скачаю это. Что за игру? А ну подожди, мы же пятером хилим. Подожди, какой молодец, ты тут что ты буксуешь на месте? Леха. Лех, ты 2D сиськи уважаешь, Лех? Блядь, ты заебал, я скачаю игруху. Скажи, все, хватит пиздеть не по теме, все. Потом попиздите. Давай попиздим. Припейте фласки, у кого там нету, блин. Подожди, у нас мы 6-го хила спекаем тут или нет? Литературе, литературе, прыгай в ДЦ, Венеца, прыгай в холе Приста. Леха, настало твое время, блядь. Да, блядь, заткнитесь, все пизда. Венеца, давай прыгай в холе Приста. Так урона, блядь, нету. Какие присты, вы чё, блядь? Так при чем тут урон, блядь, если к тому, что если мы сейчас сдохнем от незахила, блядь? Всё, нахуй. Ману отбивайте быстренько. Всё, давайте, быстро ману пейте, блядь. Смотрите внимательно под ноги, блядь, всё как обычно. Мы этого лоха в обычке уже убивали 50 раз, нахуй. Он самый легкий, нахуй, среди всех хранителей, блядь. Пришел, трэша нет, вообще кайф, нахуй. Распедляли и съебались. Так, все на пулы Вайда. Войд, блядь, не столовка, прожиматься умеет, поэтому там аккуратно, блядь. Ебать, вот это плевок. Да? Боже, да, да. Ну ты раньше зашел много. Владимир? Миша. Во. Миша. Бля. Блин, сейчас за спину не забегу, Кирилл, это, не кричи вам. Он тебя порвет, блядь. Мины раскидали, сразу посмотрели, кто куда будет бежать. Вышли. Понятно, блядь. Это соточка, пацан. Сейчас новые мины раскидать. Смотрите внимательно. Выйди оттуда нахуй, Лёша. Ты сейчас сдохнешь, блядь, от мин. Шире, уйди, 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 уйди! Вышли. Че, на меня СС бы кинули? Че? Да, киньте на всякий случай на Суфа и на Марло СС. Вышли. Все, добили, вышли середину. Смотрите внимательно, мины еще лежат. Да, ДПС чистая помойка. Да хера, да хуя.
На второй, четвертый надо будет хил. Нет, три раза убегаю. Это нормально, так всегда у нас три раза мы выбегаем. Просто когда вот третий раз убегаем, его уже РДДшники добивают обычно. Все то же самое, на пулы вайда. РДДшники, хилы, станьте так, чтобы вы смогли забежать за спину, блядь. Этот не там, блядь, собственно. И на РНЖ стойте, блядь, чтобы ракета не запиздила толпу. За спину, за спину, за спину, быстрей. Саня. Что там, чё задремал, блядь, или что? Во ракета уебало, или что? Да хуй знает, что его уебало. Ну пол хп у рейда нету, сильнее хильте. Правда? Ну. За спину забегаете? Рано. За спину, за спину, за спину, резче. Лунная призма, дай мне сил. Слушай, у меня вопрос, а смотри, это вафлик? Да. А? Да. А Элем у нас есть? Нет. Ну, а нахуя такие маневры делают? Чтоб РДДшники все были без СПД, блядь? Изначально был вафлик, я хуй знаю. Изначально было лем, блядь. Че, бэрить будет этих людей? Не надо никого бэрить. Хай да. Нахуй его отпустили, блядь. Ну смекалка хотя бы заебись даст. ДПС и так нет. Собираю этот, пуль воет его, блядь. ЛП, 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 вся хуйня. Макс, Мораль, ты как где? Всегда, блядь, на этой хуйне, на бомбах. Бомба, бомба. Ладно, Марлу, дай БР по смекалке. Сразу забафали его, резко, блядь. Каска, лапа, пристабаф, кулак, всю хуйню в него. Большого сейчас с магнит беру. Через два, этот. В два магнита, короче, будем бить. Большой же там и сильно бьет, сами его запиарите, да? Да. Ты только бомбу там не лови, блядь, под боссом стоя. Мораль, убери пет этого нахуй оттуда. Бомба, 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 бомба. Большого играйте. Бомба. Все, у меня два магнита. Бомбу убили, сажу. Убили. Бутылку, да? Сажу. Ебать, у меня магнит пропал в сумке, я его не кинул. Классно, блядь. Ну ничего страшного. Войт, собери всех мобов. Бомба упала. Кто взял магнит, кидай. Под бомбу. Чёртка на вот это чёрткий бросок, блядь. Джордан. Все, кливайте это дерьмо все. Все, войд на позицию. В
Все РДД бьют бошку, да, 15%. Потом свич по грудаку. Все милики бьют низ. Бьем низ и кливаем по максимуму. Часто... Гера. Смотрите внимательно, мины постелил. Лёша, отойди. На территории. Блять, Лёша, ты на ручнике, блять, или шо? Кого? РДД, отходил, бейте, грудак. Ну, отходил, отходил. За спину. За спину, за спину. Я вижу, как ты отходил. Тебе человек даже сказал. Ну, задом, да, блядь. Понятно. В голову, стоп. Все, блядь. Все в грудь. Нужно бэрить людей. Кого? Мишу поднимай. Владимира. Вася, поднимай Мишу. Мирики шоковы вышли. Вася уехал, блядь. Ебать вы, сука, гуси. Я в ахуе просто, блядь. Что нахуй тут сложного, блядь? Ладно, Миша вылетел. Венесу поднимай. Все в грудь. Беги, малышка, беги. За спину, быстрей. Начинаем вниз играть, милик. Не, живых могу добить. Беги, вышли, 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 вышли. Милики бьем низ, РДД голову, начинайте играть. Низ, 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 все низ, быстро. Там быстро был. Все вниз. По минам бегаете. Что это за хуйня происходит? Это бейте. Низ. РДД грудь, быстро. 200к, блядь. Грудь, 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 грудь. Есть, там, блокни, блокни, волшебник, блокни. Да все, башка резко. Башка, ну, резко. Блять, ну что вы нахуй делаете, блять? Как, сука, можно от ракеты умереть, Леша, ебаный в рот, блять? Ну как, нахуй, объясни мне, блять? Ну ее не видно или что? Да не ори ты, успокойся, блять, давно не играл за Да как это давно не играл? Да постоянно ну, дохнешь от какой-то хуйни, блять. Ну постоянно, блять. Че ты орешь? Тебе даже человек посторонний говорит, выйди, ты стоишь дальше, хилишь и пошел спиной, блядь, пиздец. Ну, сука, блядь, Майкл да. Джексон, еби его рот, блядь. Бля, не, мне понравилось, хочу за ДЦ. Ой, я в ахуе, блядь, ДЦшня, я давно не играл, нахуй. Ой, блядь, ушел на стиле. Сука. Я не понял, нихуя, откуда вы, блядь, только что 5% отнялось от башки, блядь, ебать, было 6, нахуй, хуяк процент, блядь. Ну там АУЕ, блядь. Там клип АУЕ, вся хуйня, вот это. Там же что, прям... Мгновенно 5 отнялось, но я только что смотрел, у него было 5, блядь, хуяк 1, блядь. Что, есть вот. Смысл траить 10 минут рестарт? Мы за 10 минут не успеем, блядь, будет рестарт, нахуй, все повылетает, нахуй. Че, ждем, потом убьем? Блядь, хуй, не знаю... Владимир да. Давайте тогда это на потом оставим его. Владимир вылетел нахуй, вот и все. Владимир вылетел, остальные все, блядь, по минам просто пробежались и по урейдам ну, нахуй положили. Мин умерла. Суф от шокового удара вообще умер, блядь, я ахуя. Рога это тоже, блядь, я не знаю, у тебя что, парализовало там нахуй во время выбегания или что? Как нахуй сдохнуть рога, блядь, нахуй, на первой фазе, блядь? Ну, отми, на кош ты нажать нахуй не можешь, блядь. Что в смысле? Я в ахуе, вы вообще смотрите свои смерти, блядь, я в ахуе, блядь. Да, в смысле, там вообще такой бред, там половина рейда просто сдохла по хуйне какой-то. Отмин, блядь. Мы отмин, да. Отмин сдохли, в смысле, блядь. Не, причем это знаешь, как было, Ванесса бежит, блядь, там три мины цепляет, и рядом кто с ней бежал, все сдохли, все. Просто я смотрю на это, думаю, ебаное, блядь.
Да, там была ситуация, когда он вылетел к воротам другим, и типа началось добивать быстрее, потому что все ломанулись на пол. Пиздец, короче. Я вообще, ну, мало. Убило, и ничего страшного. Вообще, а вот это, что за тип, который на вас орёт все время, ну? И Миша умер, я вылез, да, вылетел. Пугасик какой-то, блядь, пугасика нашли, приутили нахуй, накормили, обули, одели, блядь, сука. Сейчас кричит, сидит. Блядь, это я, кстати, если что. Еще аниме смотрит, еще стримит. Охуеть, я в ахуе. Да тихо, ну что за душня пошла? Кибербуллинг какой-то устроили. Я же в хорошую игру играю, что вы, блядь, начинаете? Вася, это там твой онлайн на стриме, это чисто по этой игре? Арчи, давай это. Бэк, нам нужен Лем, Арчи, блядь. У меня, кстати, свой дискорд еще есть личный. Заходи, нам Лем нужен. После ребута давай, Арчи, 8 минут. Очки нужны, блядь, чтобы все видели мины. Я говорю, у меня еще свой дискорд есть, около на 300 человек, могу пригласить, но ладно, стримовский. Если еще то. Я-то, я начинаю стримерскую карьеру, как бы, не начинаю намекаем, бля, нахуй, там подписники. Не, подожди, я просто собираю 2D сиськи, что, меня за это осуждать надо или что? Да нормально все. Красавчик, я вообще охуел, 50 кил онлайн. Конечно, нормально. Это вы потом, уже зашли. Мы зашли, было 70, ебать. А, ну да, мы тебя... Чё у тебя за момент за 2D сиськи? Там еще донаты полетели, но... Смета... А какой фильм интересуешься? 25 рублей. Ой, ебать. Я пирожок с картошкой купил, и все нормально. Да не, давно стримлю. Вот на постоянке Epic и вот этот Epic 7. Дофига народу, да, играет. Знаешь, мне что кажется, может мины надо заскринить? Это не про долго стримить. Ой, Настя, кто там стримит? Это что, не надо, не заходи, ладно? Вася, не пробовал? В смысле, это... Влюбись. Я не могу. Вася, говорит, ты не пробовал его стримить? Я, говорит, я скину потом канал, да? Егор, тихо. О, Мут всем въебал, блядь. Вася, ёбаный ты свет. Вася, это чей твич, блядь? Это нахуй, удаляйте его с группы, блядь. Заебал он. Это чей? Подожди, надо, ну-ка зайти. А мой это все, успокойся. Я вам к Наде заходил на Twitch, она там лол, по-моему, стримит или что. Правда, без вебки, конечно. Я там хотел вебку посмотреть, это с вебкой, ну ладно, че. Я же сильно играю, зачем мне вебка? В смысле? Руби вебку, жалко, что. Тогда все будут смотреть. На что? На меня, а не на меня. Я же хочу, чтобы смотрели, как я играю. Класс. Ой, а кто будет смотреть, как ты играешь? Блин, включила вебку и все. Ой, нет. Главное грудь закрыть и все. И там нормально. В бассейне, знаешь, вот это? Да-да-да. В бассейне, блядь. Надь, сделай стрим в бассейне, реально. В купальнике. Ну, это надувной бассейн. Ну, бля, вообще-то... короче, в курсе эту стримершу, которая там, блядь, как ее там, сука, сейчас скажу. Амаранда или как? Да-да, ебать она как эту хуйню обузит жестко. У нее сиськи, ой, ладно. Ну, в смысле, ты понял? Не, ну, в смысле, она ее, этот бассейн так жестко обузит, прям пиздец. Значит, там на себе еще имена пишет. Да, она какой-то банан берет, на банане имена пишет, блядь. Артем, покатался бы на банане на ее? Я бы ее поебал и надавал этим бананом. Бананом, да, блядь? Бананом. Конечно, блядь. Не, кстати, Васек, возьми на заметку, может, тоже на стриме все практику. Да, бананом. Ты хочешь, чтобы бананами я не постримил? Голос, что ли? Прикинь, Вася в бассейне сидит. Нет, но я соски сразу. Бананами. Понятно? Соски нельзя на Твиче, надо заклеить соски сразу. А ты костюм совиного медведя этого, медведя, блядь, ты одень друида, ебать, и сиди на стриме в нем. Саудит, знаешь, рога со стены спизди. Чего вы такие топки? Паша техник. Да. Я думал, у нас ламповая, короче, комьюнити воверов, а у нас токсики, пипец, конечно. Токсики, я тебя вообще вчера поддерживал, ебать. В смысле? Ты мне даже не задонатил, Артем. Что, блядь, зато я всех успокаивал, в хорде сидел.